Российский правозащитник Александр Брод собирается обжаловать отказ на въезд в Молдову в Комитете по правам человека ООН и в Совете Европы. Российских наблюдателей не пропустили на выборы в Приднестровье в День прав человека. Сейчас, в преддверии выборов президента Приднестровья, мы увидели, как жестко настроены власти Молдовы, но своими ограничениями они добились обратного эффекта. Во-первых, о выборах в Приднестровье стали больше говорить в российских и зарубежных СМИ. Появились критические заявления и приднестровского МИДа, российского МИДа, возмущение общественников, экспертов. И Молдова, по сути дела, показала себя неправовым, нецивилизованным государством.